Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поздравили представительниц ветеранской организации «Дети войны» с Международным женским днем. В подарок женщины получили цветы, шарфы, медали, сертификат на экскурсию в музей и слова благодарности за их незаметный вооруженным глазом, но колоссальный труд и заботу. Об этом сообщила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Андреева.